При работе с Teams вам может потребоваться публикация файлов в канале или в заданиях. Чтобы приложить файл к публикации, нужно нажать иконку скрепки и выбрать местоположение файла, например, отправить с моего компьютера. Вот мы опубликуем такую картинку. После того, как файл загрузится, и вы напишете сопроводительное сообщение, файл можно опубликовать. В следующий раз, когда вы будете публиковать файл, может сложиться такая ситуация, что вы под тем же названием попытаетесь опубликовать другой документ, но с тем же названием. В этой ситуации Teams предупредит о том, что такой файл в этом канале уже существует с таким же названием, и спросит, что делать. Сохранить оба или заменить. Давайте попробуем сохранить оба. Как видите, тогда автоматически в название будет добавлено в скобочках единичка. Если мы приложим этот файл и выберем опцию «Заменить», то новый опубликованный файл заменит предыдущий документ. Вы можете этого сразу и не заметить, потому что изображение кэшируется, и то, что видно на экране, оно изменится не сразу. Однако, если мы зайдем в папку «Файлы», мы увидим, что здесь будет находится только один единственный файл, который обновился несколько секунд. Чтобы восстановить статус-кво и вернуть потерянный документ, нужно открыть его в SharePoint. Выбрать. Посмотреть историю версий. Эта опция может быть доступна только для учителя, но в любом случае здесь можно увидеть, что была первая версия документа размером 200 килобайт и есть вторая версия размером 32 килобайта. Каждую версию можно отдельно восстановить и просмотреть. Поэтому потерять информацию в Teams будет крайне затруднительно. Спасибо за внимание.